Ну и в конце выпуска о танцах. Накануне в столичном спорткомплексе «50 лет Победы» состоялся финал проекта «Танцующий Якутск». Несколько десятков коллективов соревновались в искусстве танца. Более подробно о некоторых участниках конкурса, а также о тематике «Танцующего Якутска» в нашем материале. Все участники прошедшего финала конкурса «Танцующий Якутск» были связаны одной темой – 70-летие Великой Победы. Многие коллективы справились с поставленной задачей. Отметим, первый этап «Танцующего Якутска» прошел в ноябре прошлого года. Организаторы рассказывают, что они не ожидали такого огромного количества желающих поучаствовать в конкурсе. В проекте «Танцующий Якутск» приняли участие различные коллективы. При этом различия были не только в уровне подготовки, но и в возрасте. Например, одними из первых заводным танцем выступили члены общественного клуба ветеранов «Камелек». Мы все в возрасте, но душа молодая. Мы можем и прыгать, и танцевать, и петь, и съездить куда-нибудь. Мы ездим, много ездим, гастролируем. Порадовали зрители и школьники. Так, на сцене спорткомплекса «50 лет Победы» выступили несколько десятков детских коллективов. Среди них танцевальный ансамбль «Радуга» столичной 16-й школы, который показал целое театрализованное представление. Танец – это как ребенок, его нужно рожать. Да, в полном смысле. Это дитя, то, что я выстрадала, да. И вот дети, они тоже меня поняли, и они передали все идеи. Вот то, что я задумала, они очень хорошо все это передали. Как отмечают организаторы, неважно, сколько лет участникам или как давно они занимаются танцами. Члены жюри в основном оценивают, естественно, не профессионализм, а именно раскрытие темы. Смотрят на именно на постановку и, естественно, на соответствие вообще в целом проекту. Прошедший «Танцующий Якутск» не последний. В ближайшее время планируется новый конкурс. По мнению организаторов, главное в «Танцующем Якутске» не первые места, связь поколений, а также дань памяти ветеранам, ковавшим Великую Победу. Александр Лысак, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.